20 мая 2020 года. Городской округ города Дивногорска. Посадка картошки. Вот это вот ростки. Но эта картошка была посажена уже пророщенная. И даже, скажем так, рассадой. У нас небольшой остался клочок, на котором мы садим картошку. Но технология у нас все совершеннее и совершеннее. Просто сейчас покажу, как это делается. То есть земля копается, и копаются вот такие вот траншеи. Вот такие вот траншеи. В эти траншеи, вот траншеи, ложится, значит, навоз, потом удобрение, потом картошка, а потом вот сверху засыпается перегноем. Вот такие вот у нас, как сказать, технологии, золотые технологии. Ну и все это, конечно, на фоне западных отрогов восточного Саяна. На фоне вечности мы садим картошку каждый год.